Поклонники музыки в прошедшие выходные чествовали участников открытого городского конкурса юных пианистов. Как отметила заведующая отделом фортепиано Тюменского колледжа искусств, заслуженный учитель Российской Федерации Лариса Егорова, подобные мероприятия очень важны для детей. Ведь занятия музыкой развивают интеллект, память, развивают нестандартный подход, нестандартное мышление, творческие способности, фантазию, чувства. В общем, все то, что необходимо для успеха в любой деятельности. Конкурс юных пианистов в Ишиме проводится вот уже третий раз. И следует заметить, что география конкурса расширяется. В этом году участие в нем приняли представители нескольких школ искусств Тюменской области. Всего 46 конкурсантов из 9 населенных пунктов оспаривали звание лучшего. Наш конкурс, казалось бы, в районном центре мы проводим, не в большом городе, но он очень серьезный, в нем достаточно сложно победить. И он дает ступенечку такую вот первую, может быть, для дальнейших побед. По словам организаторов, некоторые из лауреатов открытого городского конкурса юных пианистов уверенно выступали и на областном уровне, и на государственном. Что же касается именно ишимских музыкальных школ, то здесь также отметим высокую степень мастерства педагогов. Особую благодарность хочется выразить директорам детской музыкальной школы номер 1 Зарубиной Наталье Юрьевне и детской музыкальной школы номер 2 Габышевой Яне Борисовне за подготовку таких замечательных и талантливых детей нашего города.